Искрящийся на морозе снег, улыбки людей, калейдоскоп народных костюмов. Зимние каникулы для трех американских студенток попали в масленичную неделю. Ежегодно кафедра иностранных языков Муромского университета осуществляет несколько международных проектов. На этот раз МИВ ОГУ принимал студентов в рамках проекта «Альтернативные каникулы». В рамках данного проекта студенты американских вузов приезжают к нам в институт для оказания помощи в создании условий межкультурного общения. В частности, сейчас мы принимаем у себя в гостях трех американских студентов, молодых девушек, которые посещают наши занятия по английскому языку и помогают нам создавать методические материалы, которые мы в дальнейшем будем использовать в нашем учебном процессе. Помимо русского языка и литературы, каждая из этих девушек всерьез увлекается изучением истории. Так что поездка не просто в Россию, а в один из самых древних ее городов для них была более чем интересна. I wanted to immerse myself into Russian culture and Russian university system. Она хотела бы погрузиться в русскую культуру и в университетскую систему. And I heard about the program from my university, so I decided to come here. И, услышав о такой программе, присоединилась к ней. Наши обычаи, традиции, культура, древнее зодчество, храмы, монастыри. Впечатлений для американских девчонок на полжизни хватит. I think I liked the most the story of Peter and Fevronia. It's a very, very sweet story. Рассказ о Петре и Февронии больше всего впечатлил. And after hearing it, I want to get married and have kids. И услышав эту историю, сразу захотелось выйти замуж, завести детей и прожить такую же жизнь. Однако не только праздное времяпровождение ожидало Анну, Рэйчел и Жасмин. Помимо культурной программы и экскурсий, девушки много времени проводили на занятиях со студентами МИВ ОГУ. Участвовали в разработке новых методических пособий для изучения английского. Жасмин приехала сюда, чтобы попрактиковаться в русском языке и помочь муромским студентам изучать английский язык. I'm attending the English classes at the Murom Institute and answering questions about America and touring Murom and the monasteries and museums. Рэйчел посещает занятия муромских студентов, на которых они учатся английскому языку, отвечает на массу их вопросов о себе и об Америке и также осматривает достопримечательности города. По словам американских студенток, Муром им понравился и запомнился. Как внешней строгостью старинных обителей, так и легкостью искреннего общения его жителей. Гостей муромская земля всегда привечала. Елена Петрова, Александр Барсуков, Муромский Меридиан.